Сохранять при этом свою культуру нужно. Вот ты чеченец. А как нет? Ты при этом чувствуешь себя человеком, так сказать, Советского Союза и россиянином, но при этом ты говоришь по-чеченски. Да. Вот Рамзан Кадыров заявил, что он будет увольнять чиновников, дети которых не знают чеченского языка, потому что ему важно, что в республике все равно люди и со своей культурой знакомы. Как это, с одной стороны, сохранять, а с другой стороны быть частью вот этой большой многонациональности? Послушай, значит, смотри, то, что сказал Рамзан Ахмадович Кадыров, сын моего близкого друга, если Зеленский запрещает русский язык и школа, да, Рамзан Ахмадович что? Он призывает к тому, чтобы люди не забывали то, о чем ты говоришь, внутренний мир. Ну, что такое твой внутренний мир? Вот. Это твоя культура, это твои истоки. Он хочет, чтобы люди не забывали истоки. Ну как его можно за это ругать?